Всем привет, друзья, с вами Варчик. Недавно зашел в настройки Ютуба, чтобы посмотреть, что там да как со статистикой. И нашел интересный раздел, в котором показывается, а что моим зрителям нравится, что они смотрят после того, как посмотрели, наверное, мой видос. И там все забито видосами Юши. Юша про танки. И в основном, что там у него на канале за видосы? Всякие новостные там, про его модпак и так далее. Но в целом, наверное, всякие новостные видосики, которые часто выходят, про все события в игре. И если посмотреть в целом всех водомесов по картохе, то, в принципе, мне кажется, это на всех каналах происходит так. Все стараются сделать видос как можно быстрее про все новости, что бы ни происходило с картошкой, чтобы побыстрее успеть, все зрители как можно скорее прибежали и посмотрели этот видосик, ведь в картошечке что-то произошло. И это происходит уже довольно-таки давно, это не появилась такая тенденция недавно, вот. Это происходит все время, сколько я нахожусь в этой картошке, а это с 2013 года. Абсолютно все эти годы комьюнити World of Tanks занимается тем, что смотрит все события с игрой World of Tanks. Что бы там ни произошло, какой-то прем-танк появился, какие-то изменения там на карте, еще что-то, какая-то новость там, опять обосралась картошка, или коллаборация с кем-то, или какие-то там интересные рассказы или не очень от разработчиков, что нас ждет в игре. В общем, все, абсолютно любая ерунда, все интересует танкистов. При этом онлайн падает и падает, но интерес к новостям про картоху не падает. Такое ощущение, что он только со временем разгорается все больше и больше. И за эти годы единственное, что изменилось, это, на мой взгляд, две вещи. Первое. Появились так называемые каналы, где новости уже не берутся официально там со всяких групп ВКонтакте или от разработчиков или с сайта там World of Tanks. Они уже начинают сами придумывать. То у них там золотые какие-то танки в коробках, то там еще какие-то сейчас там 39 уровня прям танк будут продавать. То там что-то еще как навыдумывают, и таких каналов становилось только больше. Ведь это тоже было своего рода новостными такими видосиками, но при этом эти новости выдумывались. И это тоже смотрели, каналы становились такие тоже популярными. Некоторые каналы делают, в общем, новости про картошку, придумывая, некоторые спешат как можно быстрее сделать новость по теме какой-нибудь, которая официально появилась или уже практически вот-вот анонсируется, и про нее начинают все говорить, и эта тема начинает бурлить. Так или иначе, есть выдумщики, а есть, которые по факту работают. И еще что произошло за эти годы, это то, что так или иначе, мне кажется, самая главная мысль, которую я хочу донести в этом видео, это все повлияло, мне кажется, и на саму игру, и на разработчиков, потому что, мне кажется, они тоже видят, что происходит в комьюнити, и они стараются как бы подогреть комьюнити World of Tanks очередной раз, сделав что-то вот такое вот необычное. Сделать какой-нибудь анонсик чего-то такого неожиданного, редкого, пугающего или радующего комьюнити. В общем, каждый раз они пытаются нас чем-то удивить. Добавить какую-то механику странную в игру, добавить что-то там непонятное, какую-то коллаборацию с кем-то сделать, какие-то новости выкладывают, тизеры, шмизеры, там, анонсики. Все это за годами переросло в то, что картошка — это как конвейер каких-нибудь событий. И уже
даже не то, что редко когда-то что-то, какая-то новость появляется. Этих новостей уже просто навалом. Просто навалом, и танкисты это все поглощают, у них вся голова этим дерьмом забита, а разработчики только и рады еще больше подкидывать. Плюс еще каналы, которые все это обсасывают, их все больше и больше и больше. И весь их контент уже сплошняком сделан из того, чтобы просто побалаболить про какие-то опять события в картохе. И я, честно говоря, не знаю, я такое не смотрю уже последние несколько лет точно. Я просто не вижу смысла в этом. У меня есть где посмотреть новости про картоху, там группа ВКонтакте или еще где-то, или можно на крайняк на сайт картошки зайти и все. Быть подписан на всю эту билиберду ютубовского World of Tanks — это просто жопа. Там каждый день тонны говнища в уши льют. Это чисто мое мнение. Есть люди, которые это смотрят, раз оно популярно, и после моего видосика, наверное, после гайда, обзора на танк или еще чего-нибудь, люди спешат бежать на канал Юши, посмотреть очередную какую-то новостную хрень про нашу любимую игру. И во что это все превратилось? В то, что картошка — это уже не просто игра. Это какое-то место для того, чтобы подогревать интерес игроков всяким бредом. Разработчики прям стараются из года в год что-нибудь вот такое вот сделать не особо адекватное или геймплейно хорошее для игроков, именно которые играют. Они пытаются сделать что-то не для игры и играющей аудитории. Они пытаются новости из всего сделать. Сделать шоу из любого события, из любой мелочи. И это превращается не во что-то неадекватное. И в целом игра уже напичкана всяким бредом, лишь бы все было как новость или реклама, которую можно продать или так далее. Это уже далеко не игра. Ты заходишь, и тут только странности всякие. Лишь бы из этого можно было сделать какое-то шоу и рекламу, чтобы на один раз все раскрутить, продать, сделать из этого новость какую-то офигенную, популярную. А вот после того, как это событие прошло, этот бред остается в игре. То колесники, то какие-то странные барабанщики, то еще какие-то хрени, то какая-то механика в игре. Это все делается как шоу, как новость, которая просто взорвет все комьюнити World of Tanks. А потом разрабы на это забивают, но оно остается в игре. И мне кажется, что комьюнити World of Tanks повлияло на это, потому что они все это жрут годами. И просят еще, и еще, и еще. И разработчики такие: да вот вам еще, и еще. И это просто жесть. Сейчас заходишь в игру, и там просто билиберда на билиберде. Причем вот именно для игроков, которые играть заходят в игру, для них-то толком ничего эти годы и не делалось. Какие-то модики добавили в игру, но самых нужных так до сих пор и нет. Какие-то вещи, которые именно для игроков нужны, их до сих пор так и не поправили. Перекошенную камеру, коллижн модельки трупиков, как не соответствовали визуальному, то что ты видишь, так они и не соответствуют. Текстурки как не совпадали с трупом. На сервере труп, у него одна форма, а перед глазами ты видишь другую. Иногда можно сквозь труп стрелять, иногда можно стрелять, ты врага видишь в прицеле, а контура нет. И этих вещей, которые сделаны, которые точнее не сделаны для игроков, их полным-полно. И всяких вещей добавлено, новых механик и так далее, они не добавлены для играющей аудитории, они добавлены для тех людей, которые не играют в игру, но на ютубике новости про картошечку смотрят. А зачем для них столько всего делается, а играющую аудиторию, что, она не нужна, что ли?
онлайн-то не растет в картошке. А новичков много приходит. Но все делается для хайпа, для каких-то новостных взрывов на все комьюнити World of Tanks. А что делать играющему игроку? Его как будто бы забыли, и он никому не интересен. Вот что обидно. С вами был Варчик, играйте красиво, всем пока.